В Горном Алтае лавина накрыла туристов. 7 человек пропали без вести, 2 удалось выбраться из-под снега. Жертвы стихии – студенты Новосибирского государственного университета и несколько преподавателей. Сейчас на поисковые работы вылетела группа спасателей, 4 кинологических расчета и 2 вертолета. О других новостях в двух словах расскажем далее. У подпольного ювелира нашли 13 тысяч драгоценных камней. 59-летний мужчина торговал изумрудами, алмазами, рубинами и сапфирами прямо из своей квартиры. Полицейские нашли у него драгоценности на 2,5 миллиона рублей. За их незаконный оборот ему грозит 5 лет тюрьмы. Дороги в России разрешат ремонтировать в снег и дождь, сообщает «Коммерсант». Для этого «Росавтодор» планирует изменить регламент. Допустимой для работ будет температура от плюс 5 градусов до минус 10 весной и летом и от плюс 10 до минус 10 осенью и зимой. Асфальт нужно будет привозить на грузовиках с подогреваемым кузовом. Минздрав опубликовал график работы поликлиник в выходные. Попасть на прием можно будет 10 и 11 мая с 8 до 14 часов. 9 и 12 – выходные. А травмпункты, процедурные, перевязочные кабинеты будут работать без изменений. Площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 1500 гектаров еще несколько дней назад. Эта цифра не превышала 1000. Сейчас возгорание зафиксировано на 19 участках, угрозы населенным пунктам нет. Лес тушат 8 сотен спасателей и 19 воздушных судов.